Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Фриц энд Геймс. Мы продолжаем с вами Звездные войны, Галактика Героев. Сегодня у нас светлые Джео, как я говорил в телеграм-канале, а у нас и телеграм-канал, подписывайся обязательно, байтить люблю вообще, прям по самые не балуйся. Играть я буду за свою основу, боевок будет немного, потому что у меня отрядов тоже немного. Вот, но что-то куда-то мы в любом случае пропихнем. Почему за основу, а не за Тоху? Все элементарно и просто, потому что у меня склад растет, склад расширяется, склад прокачивается. И надо учиться играть именно своим складом, да, дабы не было потом различных недоразумений. Потому что Тоха, конечно, хорошо, Тоха, конечно, классно, но это все-таки не мой аккаунт. И играть я на нем не особо-то... Да нет, привык, но надо на своем. Потому что у него там топовые модули, еще что-то, залетаешь, а потом в неудоумении такое, почему у меня так не работает? Нихера себе, а с чего оно так должно работать-то? Вот. Мы уже начали с битвы флотов, поэтому почему бы и нет. Первую волну, первый этап мы должны с ним справиться. Вроде как, а дальше уже будем посмотреть. Потому что у меня отсутствует такой парниша, как ЮБТЛ. Он у меня до сих пор две звезды, если что. Поэтому дальше возможны неудачи. Плюсом я хочу испытать МДК, плюсом я хочу испытать ГЭСа. Хотя, опять же, что ГЭСа испытывать, он и так затаскивал. Будучи у меня во втором релике, и так побеждали. Ой, давай, наверное, сюда дадим. Зальем. Опять же сюда. Минус. Минус. Не, ульту не буду давать. Я думаю, что сейчас это не имеет смысла. В оборону ушел. Ну, логично. Учитывая, что у него толком ничего не осталось, то ему в оборону самое оно. Я еще раз дам атаку. Я дам массовку. Ой, хорошо-то как! Дам вот так. И вот так. Все, да, нормально. Как доктор прописал. Отлично. Здесь тогда победа. Дальше взводы. Взводы обязательно надо. И размещение. Заполнить как можно... все, нифига, красавцы. Прям вообще молодцы. Так, и сюда заливаем остатки флота. Хорошо. Ну, здесь три звезды должны взять. Далее, две звезды, размещение по команде. Здесь у нас что? Ничего не сказано, ничего не сказано. Здравствуйте. Угу. Три звезды. Сюда лучшая пачка джедаев. Сюда нет джедаев. Ну давай лучшая пачка... подожди, лучшая пачка джедаев. Блин. Не, ну, можно, конечно, сюда запихнуть Кеноби, но прикол в том, что кошка же джедаем не является. А без кошки я боюсь, что мы сольемся. Либо как вариант джедаев вообще не использовать. Типа сюда зайти ГЭСом. Тут джедаи. Сюда зайти МДК. Да, ну это будет большая польза, чем я зайду туда джедаями и не принесу вообще никакой пользы. Поэтому давай, наверное, так и сделаем. Сюда мы залетим 501-ми. Да чего у меня волосы везде лезут со всех сторон? Значит, смотри, почему можно было туда зайти джедаями. Запилить пачку с МДК, туда запихнуть еще с Ревана, Йоду, всех остальных. Ну, в принципе, слушай, можно. Да, потеряю с Ревана, но у меня пачка с Ревана в любом случае слабая. И не имеет никакого смысла.
Я теряю пачку падм. А, ну можно без ГК сыграть. Мейса взять. Бляха, туда млюкам на... млюком надо заходить. Туда надо заходить млюком. Но не МДК. МДК все-таки ГР. Ой, ладно, от кого мы тут должны избавляться? Ну, от него мы избавляемся просто по супер-быстрому. Поэтому начнем, наверное, с него. Инвиз плюс стан. Стан не сработал, плохо. Ну, давай сделаем так. Ошеломление накинь. Бляха, ну вот на того, кого... Собака. На шпиона-то как раз-таки надо было ошеломление накинуть. Давай сюда. Успеем его поку... А, все, в инвиз ушел. Ладно. Гэс, напомню, у меня в R6. До этого был R2. И, в принципе, первые два этапа проходились 4 из 4. Но светлое Джео — это не только сложности, это еще и сраный рандом. Все, кто играет в светлое Джео, это прекрасно понимают. Тут можно модули поперекидывать, на топовую выставиться, сделать все по фэншую, а в итоге сольешься. Вот как, блядь, это называется? Просто как? Объясни мне, просто как? Он настакаться нихера не успел, он в инвизе находился секунду. Не, на самом деле это даже нормально. Ударил бы он файвза, было бы гораздо хуже. Скотина. Ой, блядь. Как тут не ругаться? Угу. С другой стороны, сейчас клоны заиграют новыми красками. Так что... Не, не буду давать стан. И так расковыряем. И разгон давать не буду. Это все пригодится на следующую волну. Ага, напугал кота сосиской. Сраный шпионидзе. О, вот это уже интересненько. Так, давай сделаем вот таким образом. Сделаем вот... Ай-яй-яй-яй-яй, в драйдеку стан не прилетел. Ну, почти. А, вот так нормально, да. Все, хорошо. Вот видишь, сохранила билки. Сделал красиво. Прям все по фэнхую. Отлетел. Вот этот дурачок страшный. Он своим мечом напрягает жестко. Отлично, успели добить. Добиваем базовыми, чтобы опять же были обилки на четвертую волну. Да, детка. Вот так это делается. Так. Ну, здесь по факту не страшно. Хотя, с другой стороны, кто тут, по-моему, дает не так. Не могут потерять более 8 зарядов. Да. Тогда, наверное, надо быстренько ее вынести. Тогда мы остальных раскидаем гораздо проще. Давай, наверное, так и попробуем поступить. Хотя, с другой стороны, это, возможно, будет неправильно. Это же Калани. Ой-ой. Все, теперь они разлетятся.
Единственный нюанс, что у меня теперь тоже все разлетятся. Да не, нормально. Затащим, затащим, пацаны, все будет хорошо. Рискованно. Возможно, кто-то скажет, нахер это делать. Типа, никуда бы эти дроиды не делись. Ну, мне вот так проще. Вынести Калани и потом быстренько за пару ходов разнести всех остальных дроидов. Да, они больно бьют. Ну, блин. А какие были варианты? МДК. МДК мы закинем вот... А, подожди, светлая сторона. А там джедай, там джедай. А здесь Галактическая Республика Падме. Ну там джедаями я ничего не смогу сделать, но я, наверное, все-таки попробую зайти. Давай мы здесь сделаем ГР. Так, Галактическая Республика, МДК. Возьмем Асоку Тана. ГК мы сюда брать не будем, мы его ставим под Падме. Хотя там Падме слабая. И там не дают... очков, там дают валюту. Но мы в любом случае возьмем сюда Мейса. Не, Падме не справится, не буду даже пробовать. Возьму сюда Падме. И сюда возьму... Асоку тогда. Из джедаев останется с Реванша, Акти, Йода, ГК... Отшельник или Джоли. Ну, блин, ну одну волну, скорее всего, пройдет. Получится пройти. Ладно. Давай пробовать. Что? Да я понимаю. Падме пак ничего, подкачается. Кто смотрел прошлый видос и кто читает Телеграм, тот знает, что Падме прокачается. Так, давай, наверное, сделаем сюда... Сделаем сюда. Понеслась. Не, ну, конечно, с МДК это на порядок проще будет проходиться. Так. Не, давай стан дадим. Ага, дали. Бляха, надо было все-таки давать призыв. Там просто если призываешь джедая, то они оба восстанавливают 30% защиты. Что весьма таки неплохо. Нет, ульту я не ультую. Она мне тут сейчас ни к чему. Так, призовем... Сюда. Да ну что ж ты добить-то никак не можете. Ух ты ж. Так, до свидульки. Ульта есть? Ульта есть. А, мне нужен откат на кошку. Наверное, лучше будет сюда сделать. Стан получится, не получится выдать. Сопротивление. Ультануть. Да давай ультанем. Ульта набивается достаточно быстро. Что-то у меня мейс страдает.
Мейс, живи! Ага. Опять же, Падма как прохил. Вторую особу я не хочу на Мейса пока что использовать. Опять же, мы здесь можем еще прохиляться. Да, не, нормально. Почему у кошки все время эта способность в откате? Я понять не могу. Я ж что-то где-то... Ох ты ж, ебана. Удачник. А, так все равно не получится его забомбить. Так, я понимаю, что ульта не стопроцентная, но... Слишком палевно. Так. Повторное использование через 8 ходов. Перезарядка этой способности сокращена на 4. А, наносит особый урон выбранному врагу и получает повышение критического. Так, понятно, перезарядка способности сокращается на 4. В начале боя эта способность перезаряжается, и от нее нельзя... Почему она у меня на постоянной основе в откате? Напишите в комментариях, я пока понять не могу. Гривус. Наверное, начнем вот так. Да ладно, стан прошел, не может быть. О боже, о чудо. О, как ты вообще посмел? Кого спасаем? Давай вот так. Там все равно провокация. Не, вот сейчас не в откате. Вот перемотай, не впадлу. На прошлой волне я ультанул. Пришел ход кошки, и у нее уже способность была в откате. Хотя я вроде не откатывал с помощью МДК. Так, не уяс, мы сейчас снимем его. Бляха, Мейс, конечно, крутой перчик. Мазафакер самое то. Если раньше он был Мейс, то теперь он точно мазафакер. Вот как правильно написали в комментариях. Или в телеге, я уж не помню. Это не Мейс, это мазафакер. Теперь да. Ну, блин. МДК, МДК с кошкой. МДК без кошки, кстати, на секундочку, еще может слиться. Кошка вытягивает прям мое почтение. Ой, ладно, чё. Джедаи. Ну давай попробуем. Хоть одну волну какую-нибудь забрать. Шакти взять. Джалибин, да бляха, ну он же не выживет. Энакин дамаг. Отшельник. Отшельник еще может. Но опять же Б2 и отшельник пошел нахуй. Не, давай таким образом. Шакти, Шакти, Шакти. Или отшельник. Вместо Шакти. Не, давай так. Здесь нужны пацаны крепкие. Здесь золото особо не роляет. Хотя, опять же, за МДК я тогда в золоте прошел. Угу. Угу. Я не вижу, сколько у него там
батальонов-то осталось? А, не, нормально, добили. Так. Теперь надо что-то делать. Угу. Все. Спасатель уже сработал. Драйдека, мразь, разрядится. Ну, я неправильно немножко поступил. Ох, в среву сразу же. Ну-ка обратно. Эх, прыжок, там был прыжок. Вот типа вот такого. Только не надо по катушке своей, я тебя очень прошу. Среван? А, ты без метки. Метка еще не готова. Я вот как не умел играть за Сревен Пак, я до сих пор и не умею. Так и не научу. Да ну куда вы, ну хотя бы одну волну, ну вы что? Ну ёб вашу, ну серьезно, ну одну волну, одну, просто волну, вольнюшечку. Вот один этапчик, вот этот, вот единичка, что, блядь, сменилась вот здесь на двоечку, и все. Я чё, много прошу, что ли? Видимо, не то, что много, а прям дохуя. Ну да, все понятно. Я вас понял, я дурак. Не умею я играть за Сревана. Вот прям, знаешь, мне надо идти на курсы повышения квалификации игры за Сревана. Если таковые имеются. Сюда лучшая пачка джедаев. Ну вот... Иди уже, отдыхай. Блин. А, все? Даже разместиться негде? Имеется в виду по взводам. Ну, а здесь без Падмы. То есть сюда как бы не зайти. Ну... Не, давай как бы... Подожди. А где? А, тут только 7-звездочные. Я и думаю, у меня вроде Кам еще есть. Кам же джедай? Джедай? Или не джедай? Вот почему у меня не было такой первой волны, когда я за Сревана играл? Эх, надо было Вайлу долбить. Логично. А со шпиона, то есть... А, подожди. Уже вроде только под Падмы, да, снимают? Угу. Они затащат, просто дамага и живучести не хватит. Не, ну он пробовал, насколько это было возможно. Все. Да. На этом у нас все. Ну, мало у меня пачек, на самом деле. Маловастенько. С другой стороны. Падмы пак слабый. Давай сейчас быстренько пробежимся по складу, чтобы потом не было вопросов, типа, почему не пошел этим паком, другим паком. И вот это вот все. Смотри, если мы открываем 501, то я пошел 501, то есть тут как бы без вариантов. А Галактическую Республику открываем. У меня уходит все под МДК. То есть, если бы я взял, например, Падмы, вот Ситрипио. Они уже сливные. Асока уже сливная.
Энакин и Кеноби. Вдвоем они все это мероприятие не затащат. Разделять классический Падме-пак, ну тоже такое себе мероприятие. Джедаи. Опять же, с Реван. Р3. Можно в R3 с ним играть? Можно. Йода R8, Кенобик, вопросов нет. Шаакти, например, сюда запихнуть. И Бинда. Но Бинда в золоте. Вот что мешает. Бинда и Отшельника вывести в релик уже можно пробовать. Ну и плюс тактики где-то надо все-таки научиться. И получается по светлым пакам... А все, у меня больше никого нет светлых. То есть у меня светлых, хорошей прокачки больше никого нет. КЛС единственный вот в золоте. Все, то есть реально, больше просто некем играть. Угу. Вот, как-то так. Поэтому без вариантов. 501 МДК и флот пока что еще наши. Это я делать могу беспроблемно. Джедаи, бляха, вот точно где-то возьму курсы повышения квалификации игры за Сревен Пак. И, возможно, что-то еще где-то получится. Но обычно одну волну проходил, даже две. Я даже один раз все четыре прошел. Не знаю, как это получилось. Видимо, просто подфартило с паками вражескими. Ну и все. А, слушай, по завоеванию. Завоевание же скоро начинается. Один день 13 часов. Завоевание я буду записывать боевки. Несколько секторов я запишу. Возможно, даже все. А, возможно, только первые три. Потому что я уже объяснял. У меня есть вариант. Либо я записываю завоевание. Либо я беру Малгуса. Потому что у меня не получается и записывать, и взять Малгуса. Просто потому что по времени проебываюсь. Не выходит по-другому. Поэтому Малгус мне будет важнее, чем записать завоевание. Тем более, которые уже видели все. Ладно, на этом у нас все. Продолжим в следующей серии. Подписывайся на телеграм-канал, на YouTube-канал. Ставь комментарии, ставь лайки, ставь комментарии. Пиши комментарии, ставь лайки. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила.